Ты говорил, какие впечатления, эмоции от этого матча? Я синий, Слав, дойдет синий. I think first period set the tone. We score four goals and get a comfortable lead, but I still think we give up too many chances for Traktor. Looked like a little bit like against Минск, but today we made some big saves. Ну, на самом деле, достаточно комфортно сложился для нас первый период. Мы забили 4 шайбы, получили очень хорошее преимущество. При всем при этом в двух оставшихся излишне давали Трактору дополнительные шансы, как это было, например, в игре с Минском. Но хорошо, что получилось выиграть, и, ко всему прочему, в каких-то моментах нас спасал вратарь. Он рад, что забил первую шайбу после возвращения, даже не первую шайбу, а две даже шайбы. Это такие сколки, пакс, как-то в этом моменте кричал. Yes, of course, it's nice to get that first goal out of the way, and now I can look forward and maybe don't think so much about it, but I know that I don't think Scott got me here to score 40 goals. I think they got me also for other qualities, so I wasn't so worried. На самом деле, конечно, здорово и в какой-то степени перестанет давить на меня морально то, что я до этого не забивал и смог сосредоточиться дальше на игре. Чем бы объяснило поражение от Минского «Динамо» Автомобилиста в конце года? И можно сказать, что уже с нового года команда, ну, как бы, провела работу над ошибками и обновленная уже вышла? Games before the new year when we had lost in Minsk and Ekaterinburg, and it means that we make our work and now we'll be only winning after the new year. Hopefully, but you know, we still have a good team to play, and to lose against Automobilist or Minsk is nothing that we can be so surprised about. In this league, everybody beats everybody, and now we look forward. We got to win today, and now we look forward to a lot and win again. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что это какой-то огромный сюрприз, или этого нельзя было ожидать, что мы проиграем Минску и Автомобилисту, потому что в этой лиге каждый может победить каждого. И, конечно, мы провели достаточно хорошую работу, и теперь будем стараться исключительно выиграть во всех оставшихся матчах. Также интересно, как он провел Новый год, как команда, может быть, отпраздновала его? How you spend your New Year's holidays? I went home to Norway and spent it with family and friends. And it was nice back home, lots of snow, and we went ice skating a little bit, and yeah, just enjoyed the day off. На самом деле, я съездил домой в Норвегию, провел время с семьей, очень здорово это получилось. Очень много снега, покатался на коньках, например, и получил огромное удовольствие. Все, thank you.